Да, слава Богу, слава Иисусу Христу, Спасителю, Господу нашему, приветствую всех. Слово и слово. Да, и читаю из 2 послания к Коринфянам, 4 глава, с самого начала. «Посему, — пишет Павел, — имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем. Но, отвергнув скрытные и постыдные дела, не прибегаем к хитрости и не искажаем Слово Божие, а открываем истину, представляем себя в совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовестие наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о Христе, о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Аминь. Вот Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Хочу удивить особенно. Слава Богу. Так что Господь, Он в лице Иисуса Христа, Бог всемогущий, являет Себя нам. Слава Богу. Поэтому со всей благодарностью и хвала во имя Иисуса Христа и служение имея, вот, мы не унываем без нас. Вот, тоже. Молюсь сегодня тоже, и вот когда пораньше, еще перед собранием, думаю, интересно, здесь уже стульчик так уже расставлен, старый расставленный мероприятие было здесь, значит, проходило здесь уже. Я в Питере была, проводила за время, уже было так. Уже было так? Да. Ну, да, я думаю, уже у них здесь заранее все ставится. Вот, значит, и знаем, что, значит, ну, ладно, у них мероприятие свое тоже какое-то проходит. Вот. Но, знаете, хочется, чтобы ну, и зал наполнился, и думаю, что Слово Божье нужно многим людям. Вот. И служение. Молитесь, короче, о служении. Вот. О нашей церкви, как с Тихом разговаривали, еще в том году еще тоже на эту тему. Что значит, что как бы, одно из самых наименований, что ли, наших таких получается, именно Евангельское православное братство или Евангельское православное. Вот я еще писал. Ев, даже буква А, ангельская, Ев ангельская, православная. Вот, пусть Господь благословит нас, евангельских таких. Вот. Вот, и поможет благословить, тоже молитесь и о служении там, вот, значит, на ВСНЭВ. Вот, здесь есть такие машины, может быть, тоже распечаток, после демонстрации. Борис, наверное, 24 по субботам. Вот. Там вот и Каплица, храм Каплица Иосифа. Святого Иосифа. Это Дарминский автозал. Шедший зал. Дарминский рынок, потом институт какой-то, и вот Рем-Дормаш, по-своему называется. Это где? В сторону партизанской славы, там, если ехать. Получается, да, вот в территории. Я даже вам уже не могу так уже освоиться в территории. Вот, и слава Богу, значит, там это Каплица, верующие собираются, смотрю, разные группы верующие. И там, как бы, этот, ну, как, ну, здание таких разных магазинов, там, чуть-чуть магазинов. Ну, магазин автомарки, да? Да, да, вот, напротив пожарной. Да, да, вот. Да, сам сразу, да. Да, да. И там, значит, наверху там у них кафешка христианская, «Семь клубов» называется. Да, так что христиан. Там, значит, с разных церквей, я понимаю, разные очень верующие там. Вот. Некоторые заходят там крестятся там, так. Некоторые заходят просто «Аллилуйя». То есть видно сразу, как бы, уже как бы по сленгу, по всему, что это как бы очень разные люди приходят. Вот. И, значит, там с Глебом поговорил, там с Глебом, значит, там братья, там все наши собираются, в общем, смотрю, что я раньше не заходил. Вот, слава Богу.
А Глебу уже я уже рассказал, что у меня на сердце такое желание служения, если распространять, как служить, то, чтобы было свое здание, свой храм какой-то там, значит, там уже. Ну, как функциональный, конечно, там человек 10, ну, 20 сил там соберется, там, так уже и все. Там, значит, и хочется, чтобы это было так вот. Какой 10-20? Это я себе в коридоре еще поставил там еще несколько случаев. А так, если в самом покрутится там человек 7. Вот, и чтобы было служение, я уже как-то там объяснил тоже, вот, то, о чем молюсь, вот, чтобы было каждый день служение какое-то, приветствие, слава Богу, приветствие. Ну, слава вот. Богу, здрасте. Здрасте, здрасте. Здрасте, как ты, да, пожалуйста. Украинская,
евангельская, или да, украинская ситуация. Как-то так. Вот. Здесь, слава Богу, в Украине, вот в Киеве, в частности, есть много семинарий, много разных школ украинских языков. Это замечательно. Вот. И моя тема будет завтрашнего дня, это всю неделю там, будем преподавать вот, экклезиология. Вот, учение церкви, понимание церкви, что есть церковь. Казалось бы, тема простая, но и непростая, например. Вот тоже я голову ломаю на тему. Оно вроде все просто, вот, о церкви. Просто все очень так сложно. Даже вот касательно нашей церкви, допустим, да, вот по местным. Вот, и вообще вот церкви, как устраивать ее, как структурировать, как оно, и вообще как строить дальше. Это опять-таки нужно много чего знать, много чего понимать, и вообще вот, уметь. Вот, Бог да благословит нас, вот, разумит, он сам учусь тоже. Когда значит, вложение давать написано, да, нужно принимать. Когда готовишься к таким темам, то сам, конечно, там, учишься и там, гору литературы всякой, разных православных авторов взял, католических авторов, очень которых не понравился. Там, значит, Кёпин, как, вот, очень интересный автор такой, австриец, вот, пишет там церковь. Просто именно эта церковь очень мощная. Давно написал, что еще в 70-е годы. В конце 60-х. Вот, и вот действительно церковь это вот, столб утверждения истины. И это служение наше, служение. Вот, и вот сегодня пришло нас сколько, да, пришло. Вот, и я думаю, что ну, многим здесь надо было быть сегодня, кстати. Многим надо было быть сегодня людям, которых мы не знаем еще, допустим, да, которые не знают о нас, которые не знают это место. Вот, надо как-то помочь им, и чтобы эта божественная встреча состоялась, будем так говорить, да, вот. Пусть Бог благословит, помолимся тоже, вот, и о евангелизации, потому что к этому 23 вот, сентября вот, тоже надо подготовиться, чтобы какой-то там, что-то взять, что-то баннер, да, который сам доставляется. Но надо еще спрашивать об участии, как, ну, в каком качестве можно принять участие. То есть там же будет, как называется, фестивальное местечко. То есть, ну, это, то есть вот, с разных церквей там будут какие-то эти. Может, я не знаю, может, это мой дядя этим занимается. Да? Это должен быть. Ну и вот я с ним увижу завтра. Спросите сразу. Завтра увижусь, да. Вот, конечно, да, я и на сайт тоже пишу, вот, и, значит, и об этом. Потому что хорошо, что если там будут, как вот в прошлый год, я там фотографии смотрел, с разных церквей там были какие-то палатки, какие-то там эти такие объявления, рекламы, это тоже и может и наши поставить тоже в банках музыкальном. Вот. И вот. Будем возле него где-то территориально. Вот, значит, да, значит, крутиться, да, значит, его тоже будем с этими с листовками своими, прокламациями под разной литературой. Вот, слава Богу, вот Господь это благословит. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Вот, и, да, и еще. Еще. Дальше, из этого же послания. Следующая глава, 5 глава, в конце 5 главы, 18 стих. «Все же от Бога, Иисусом Христом» — это 2 Коринфянам 5:18, «примирившего нас с собой и давшего нам служение и примирение, потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Аминь. Вот это вот Божье послание. Это общее для всех, независимо от того, там, какое служение Бог доверил тебе, это общее послание ну, всей церкви, то есть от всех христиан, послание от имени Бога значит, для всего человечества. То есть самое главное это служение, вот, именно это оправдание, служение примирения, примирение с Богом. Вот. И мое служение как реформаторское, конечно, такое.
для меня самого до сих пор странные, потому что, знаете, те вещи, о которых я рассказываю, допустим, как реформатор, да, как бы порой думаешь, надо, не надо, вот, потому что, ну, а с другой стороны, надо показывать нам вот эти вещи, недостатки, чтобы было покаяние, было исправление, там, церкви. Вот. И, но самое главное, я так понимаю, что вот всякая там рода, почему проблема такая всегда, и в Израиле была проблема та же самая, и сейчас в церкви. Вот это идолопоклонство, многобожие, там, оккультизм религиозный. Это мешает людям, ну, примириться с Богом. Мешает людям, вот, действительно, вот так вот, ну, ответить Богу на его призыв. Вот, и чтобы, и без того всяких преград полно между Богом и человеком, без того много всего так вот между нами, как бы, всяких препятствий. Вот, Иисус единственный, вот этот мост, единственный вот этот путь, действительно, продолженный. Вот. И его найти порой не просто человеку, вот, а если человек религиозный и в этих заблуждениях, кстати, то ой, я это знаю по опыту, знаю на примере многих очень людей, это найти очень сложно вообще, да. Даже проще совершенно неверующий человек найти этот путь, чем человек религиозный. Вот, а порой даже невозможно фактически вообще, потому что вот Иисус вот потерялся в горе. Вот так. Так что это, как знаете, похоже, допустим, на какой-то кандидат, допустим, там порядочный нашелся, да, допустим, да, ну, пост, да, президент, допустим. Вот. И чтобы его как бы там как-то дискредитировать, один из вариантов еще сделать дополнительно несколько таких еще нормальных кандидатов, вот, чтобы обыватель был растерян. Вот такой вроде бы кто-то маме, товарищ, кто-то такой человек. Вот, значит, и какие-то созвучные вещи говорят. То есть, значит, один из вариантов, как бы. И вот, а здесь представляете, значит, вот, значит, Иисус, Он, вот, будем так говорить, путь истинной жизни, а здесь о религии предлагают лучше. Вот, вот его и мама, так она еще даже еще и женщина, потому что она как бы ближе к человеку, вроде мама у нас. Вот, понимаете, значит, там, вот, а, значит, а эти апостолы, вообще красавцы, значит, там они другого краше. Вот, значит, а там, а мученики, а преподобные, там, а это наши русские святые, это наши украинские святые, там что-то еще. Короче, даже многие даже привлекательнее были, чем Иисус. Да. Вот, понимаете? А это, ну, Иисус 2000 лет назад был, а это святой какой-то. Вот, да, ближе к народу, как бы, да, все, баба, барин, вот как бы из нас. Вот, и получается, что на практике, я это прекрасно понимаю, что на практике сам я молился разным родом святым и действительно полагал, что там имеют заступники. Даты. Сейчас вспоминаю, это самому чудному, честно говоря, потому что уже давно не молился, там, как бы, даже не верится, что это было в моей жизни вообще. Вот. Но я понимаю, что обидели люди, многие до сих пор в это верят и живут так. Вот. Поэтому очень сложно разобраться, кто есть кто. Вот. И очень сложно тогда человеку просто, ну, найти этот путь, простой, казалось бы. Все гениально просто, говоря, да, вот это самый гениальный вообще во Вселенной и самый простой. Иисус Христос, путь истинной жизни. Вот так. Так что спасет нас вот эта христоцентричность, когда Христос, Он центр внимания нашего, центр внимания церкви, это исцелит церковь, это воскресит. Вот. Ну, а касательно воскресения церкви, это наше служение вообще. Это наше, собственно, воскресение и жизнь. Вот. Это как раз призвание нашей церкви. Нести это воскресенье и жизнь. Да, крест, слава Богу. Да, слава Богу. Да, братья, сестры. А, тоже. Тоже. Вот. Молитесь. Свято. Не проводим, не ходим, а, не знаю. Ну так,
сказать просто, что 23, допустим, воскресенье, что мы там были, да? Там на Хрещатике. Да, сразу туда были, да. На Хрещатике. Не сюда, а куда уже. Ну да, 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 да. Вот. А там, если еще и позволят иметь там баннер, что-то еще там как-то еще такую обидку. Вот, так что. Вот, ну, в общем, молюсь за это мероприятие. В прошлом году я вот не был, вот, но сейчас в этом году уже как очень хочу попасть в этом году. Вот, а в прошлом году, да, я только лишь там, ну, записи смотрел, вот, некоторые друзья там трансляции выставляли хорошие такие. Вот, и, ну, и куча фотографий, конечно. Куча фотографий, там все было. Это у меня было там друзей. Вот, слава богу, да, было огромное такое мероприятие, но я так понимаю, в этом году будет еще больше, чем в прошлом году. Господь, спасибо тебе. Благодарю тебя, Боже, за этот день. Благодарю тебя, Господь Боже, и за вот это предстоящее мероприятие. И снова, снова прошу тебя, благослови, Господь. Боже, усмотри, Господь, все усмотри. Боже, ты действительно, вот как Иегова Ира, Бог усматривающий все, уже заранее усматривающий. Действительно, усмотри, Господь Боже, и наше служение, и собрание, Боже, и вот это братское вот это отношение, братское вот эта любовь между действительно христианами разных конфессий, разных деноминаций. Пусть действительно и на Хрещатике, как в этом празднестве, это будет очень ну, хорошо проиллюстрировано. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да, слава Богу. Может, есть у вас что сказать, вот, чем поделиться, свидетельство какое там, не знаю, что, стихотворение. Не, ну мало ли, не, ну тоже правильно. А вчера я был на служении, в этом, кстати, я думаю, что может, мало ли там сидел в этом месте. Что ж там? Там мы в прошлое воскресенье сидели в машине, когда подошла девушка, ага. Досталась за машину, стоит, вот, наверное, типа, нам как раз такая тема была на собрании, что ну да. Мы вышли, пошли за ней, думаю, даже что-то с ним поговорить, она пошла за вот такая. Мы дождались, мы думаем, она уже с каким-то мужиком общается, а там хозяин так и ждали, и не дождались. А поехали дальше. Да, вот эти всякие встречи бывают. Я вообще верю, что вот даже то, что мы, ну, ничто не случайно, с кем бы мы ни пересекались от жизни, оно как бы, оно для чего-то все-таки. Может быть, его для меня, там, для кого-то. Ну, вот. Поэтому даже если, допустим, там в метро еду, там, допустим, да, вот, попутчиков своих, вот, кто там едет, он тоже благоставляет все время, там, значит, там, молюсь за этих людей. Вот. Знаю, что это все неспроста, не просто так. Вот. И... А еще работает очень сильно, я заметил, когда есть у тебя основа будет желание, вот, и я начинаю, допустим, просить даже у Бога, говорю, Господь, ну, утром, допустим, ну, в течение дня, да, если у меня какую-то встречу, встреча от тебя, вот, чтобы, ну, посторонних негодных людей, как бы, враг, который хочет подсеять, ну, огради, а не говорят, что. Вот, значит, отдаю ну, встречу, вот, чтобы была от себя, чтобы вот, можно было там, послужить кому-то, допустим, да, значит, как-то там в чем-то, как, не знаю, хлеб купить, там, значит, там, словом можно поделиться. Ну, короче, что-то. И благодарю встречу. Главное, ну, как бы не пропустить. Главное, не пройти мимо. Вот, быть внимательным. Потому что часто то, что от Бога, оно не навязчиво. Оно так вот, ну, это не то, что там, знаете, как вот дьявола, одно из тех, вот дьявола, одно из имен, это Вельзевул. Помните, да, в Библии написано Вельзевул. А это, оказывается, ну, буквально перевод как князь на воздух мух. У меня там, значит, окна, кухни, думаю, что у меня там мух столько. А хозяин приехал, значит, там говорит, а здесь просто вот под этим стояку всех мух. Я почему там внизу мусорник этот значит. И здесь все, вот все жалуются, типа, все у всех. Так они такие наглые, горячие, и гонишь все там, и брызгаешь все. То есть вот как бы, да, вот, значит, думаешь, надо что-то туда. Да.
перестань это все. Одна муха залетела, я там мешаю, вот, значит, уже, я уже там уже скрутил, там, вспоминал своего дедушку, бабая моего, который там тоже муха там, бац, там, вот собака. По-русски так не знал фактически ничего, такой был коренной татарин. Вот, значит, вот одно русское слово хорошо знал, собака. У него так потом так получалось хорошо, что собака. Мне так нравится. Мне что-то сейчас плохо. Да-да-да. Это как в этом, в Казахстане. Казахский язык учить, это как все легко, там, объяснили. Самое главное выучить «э». Короче, а с «э» у них там, не знаю, сколько у них выражений, может, даже у них этот аэропорт называется «Э, уезжай». «Э, уезжай». Да. Так. И а божественные встречи, они какие ненавязчивые. Они какие-то такие, что требуют какого-то твоего вот, решения, какого-то, не знаю, твоей воли. Вот. Они как-то изнутри. Вот. Вот то, что от Бога, оно вот такое почему-то в жизни всегда. Вот. Вот, так что оно сокровенный человек такой, внутренний человек. Вот, что-то должен двигаться внутри. Вот, а иногда у меня получается так, вот, да, вот как просто девушка сказал, да, я другие истории вам тоже рассказывал, там много таких историй. Потом уже понимал, что это Бог давал возможности, а ты как бы прошел мимо. Ну, по разным причинам. Вот, то некогда, то еще что-то там, допустим, да. Вот. Кто там дедушка не был там, значит, я все как-то думал, ну надо ему как-то, ну, хотел, пожелания были посылы такие, поделитесь на Слово Божьим. Там все как-то, вижу дом, с какой-то бабушкой сел, там общаюсь, там, сейчас я вклинусь в Слово, они там разговаривают, что это сейчас. Потом, значит, одно, другое, кто мне некогда, я уже из подъезда ходил, уже он один сидит, думаю, а мне сейчас некогда, нужно сейчас там быстрее, сейчас туда-сюда. Потом его увезли, значит, на лето в село. Ну, ну ладно, сейчас привезут из села, значит, там дети. Вот, значит, он, значит, уже поговорил с ним. И нет его. А потом спрашиваю, нет, дедушка, он там в селе умер, там не похоронил. Надо же, ну, будешь позыв. Поэтому я четко понимал, что это от Бога. Это, ну, как бы, там, ну, можно как бы ошибиться порой, а если четко, значит, это от Бога было побуждение. Ну, да, точно это от Бога. Так и не сказал ему ничего. Ну так, кроме там приветствия, там как что-то, дверь ему помочь, что-то еще. Ну а так, что вот ему рассказать о Христе, у нас не было такого разговора, к сожалению. Вот. Так что очень такие вещи неприятные. Да, вот. И наоборот, приятно, когда вот, ну, получается, вот, совпадает твоя воля и Божья воля. Это так приятно, так здорово. Вот. И вот потом чудо Божье происходит. Вот я заметил, что чудеса происходят именно. Вот такие сверхъестественные, вот когда вот совпадение у нас, вот, когда совпадение вот, нашей воли и Божьей воли, вот греки называли это очень красивым словом, элеотропион они называли, соотношение Божьей воли и человеческой, вот когда значит, вот, нам хочется того, что Богу хочется, и Богу хочется того, что нам хочется, вот тогда вообще точно чудо происходит вообще. Ой. Да. Поэтому молюсь тоже. Я божественных встречах. И чтобы не проходить мимо вот этих встреч, куда он дает. А то как эти притчи всяких там, да, значит, там Христос должен прийти к женщине, там, значит, да, там, она готовилась там, все, квартиры прибирала, стряпала. Вот, а там, значит, тот пацан зашел, куда она пожинала, и вот еще. И так, и не пришел Христос. Значит, она просто расстроилась, и спать его надо. А во сне Христос пришел. Я же приходил. И раз, и два, и три, и все. Я как-то все, ну так прогоняло все. Да, да, да. Вот. Значит, и вот оно простая притча, рассказ, как бы, но правда, на самом деле. Ну, так что... Что еще? Нет, интересно. А, может, есть что-то рассказать? Там дальше такой сюжет, что
умирал пациент, и пришел к нему врач, вызвали врача. И, ну, говорят, он умер. Он говорит, нет, он сегодня не умер, потому что там в воскресенье люди не умирают. Там авария какой-то, там, и ему говорят, ну, так если ты врач, спаси его. Он говорит, хорошо, я его через там, 5 дней, он значит, оживет, ну, вернее, не оживет, а выздоровеет. А если он не оживет, я себе типа сделаю лучше, там, хорошо. Да, и хорошо. 5 дней молился своим там богам, каким-то идолам, и он ожил. Он не ожил, а спасал, пошел. И это говорит к тому, что даже если вот у язычников такая вера, тем более, если так заглялся, что хранил. Ну да, то есть и тут получается, смотришь там на христиан, там голова болит, уже таблетки и все. Ну, то есть. Вернем, что там как бы никого не осуждают, просто вот реально смотришь в сравнении с теми же самураями. На выходе на полиции самурайских меч, так посмотрели так. Ну да, какой-то радикализм, думаешь, неужели где-то радикализм христиан, потому что ну, да. Смотришь, какая-то проблема, такая, вообще даже не проблема, все сразу паника, что делают, рады, кто нет. Что все погибнет. А Иисус говорит, что вы сомневаетесь, что боитесь? Ну, да. Радикализм, да. Иногда удивляешься, конечно, там, такому радикализму. Ну, да. Спасибо Богу. Я же тоже когда приехал еще в Украину, 97-й год, вот, значит, Киев уже был уже. Тоже вот на таком перепуте оказался, что делать, куда дальше идти, я не знаю. Вот. И как раз конференция такая большая, Киевскую силу, вот там начиналась. Такая пророческая конференция какая-то. Служители много приезжал, все. Вот, и я уже, не знаю, я так взмолился Богу, очень радикально, конечно. Вот. Даже тоже, вот, ну, Фрагиль не обещал, конечно, но, значит, вот даже сотрялся перед Богом, говорю, все, Боже, я все, я отказываюсь, я не буду есть вообще, пить, все, я, значит, полный пост, сухой пост. И, значит, ну, я понимаю, может, неправильно я, конечно, может, в чем-то и поступил, но, вот, но даже скажу, я не буду есть, все, пить, все, я, значит, я уже должен даже помочь, чем мне просто жить. Я не нужно знать, для чего я. Вот. Живу, что ли, ну, служение мое дальнейшее такое. Вот. Но он меня долго не молил голодом. Вот. На другой день уже было чудо. От Бога вообще чудо было. Там еще приезжал этот еще черный Тоф Улисис, один из гостей был с Америки. Тоф Улисис. Вот, значит, такой большой небо, высокий, значит, и, значит, и так интересно, ну, там, я смотрел, что написано, один из спикеров, там, Тоф Улисис, как раз, служение его, хорошо, интересно. Вот, значит, и, значит, так получилось, там, ну, в туалет, наверное, в реакции, как бы, ну, пошел в туалет, значит, никого нет в туалете, ну, ладно. Значит, выхожу из туалета уже, выхожу из туалета, и Тоф этот заходит в туалет. Значит, там охранник стоит возле, значит, с ним. И он мне так, Тоф, так руку положил, что на английском говорит, что там. Я говорю, ну, speak English, говорю, sorry. Говорит, не понял, ну, понял, через Christ, я говорю, понял, а вот так, а что дальше, не понял. Ну, думаю, ну, ладно, может, захотел в туалете большой, типа, поприветствовать. И как раз, ну, типа, что дальше. Мне говорят, с батюшкой встретились. Ну, ладно, короче, значит, ну, мало ли что. Значит, и, ну, и в зал пошел я уже. Вот, и как раз его пробует, его служение. И, значит, там сижу я, познакомился как раз с пастором Юрой Евцом, значит, из этого, значит, Черкас. Высокий там, как совы, выше всех на голову сходит. Вот, значит, там в собрании, да. Значит, и я так сижу с ним, интересный брат такой. Вот, значит, и представляете, значит, Тоф выходит на сцену с
переводчиком и там конспекты, все там перепроверяет, и смотрит, что ничего прошепчется. А потом говорит переводчик, значит, что вот переводит, что значит так и так, есть сегодня есть слово для одного из людей здесь. А там Киевская Русь полна народу, представляете, 40 тысяч народу. Да. Вот. Ну, как бы, думаю, я еще не преследую. Кому-то повезло, интересно, кому-то есть слово, это от Бога. И он так, значит, Маша проводит, вот, мою сторону, там, человек. Вот, думаю. А я что-то, думаю, на него показывает, он самый высокий, если ты рядом со мной, он, наверное, ему точно, ну, слово такое. Он думает, что самый такой солидный, не просто высокий самый, самый такой, такой костюм такой дорогой, такой, там, еще у него там все такое такое. Вот, изысканное. Вообще, ну, точно ему слово от Бога. Вот, такой классный такой, значит, бриллиантовая заколочка такая, как галстук, как все там. Ну, короче, есть заколочка. Значит, и, а потом этот переводчик говорит, вот, ну, типа, в сутане, товарищи, как вообще, поднимитесь на сцену. Я так ничего себе думаю, вот это да. Для меня слово, как бы, да, о чем постился, молился, как бы, но я не ум даже перевел, что вот, вот так вот, таким макаром. Ну, может, я же по-своему представлял, может, как там вот сейчас что-то избили такое, чтобы мне там прям шел. Так, я забыл включить вот так вот. А, аллилуйя. Ваш рахун отрупован на 250 шагрений. Дякую, что вы с нами. Вот так вот, пока служишь Богу, я не знаю, что. Рахун отрупован. Хорошо, слава Богу. Жизнь удалась. Нет, ну ладно, слава Богу, за благословляйте людей, кто там благословляет. Вот, и, значит, я к чему еще рассказываю, что, значит, слово было от Бога. И я еще до последнего сомневаюсь, ну, мало ли, что там, значит, там что-то напутали. Вот, и он начал пророчествовать, значит, и переводчик переводит. И некоторые вещи были так вот сказаны именно, да, как, ну, только я знал. Понимаете, вот от Бога знал, но ну, какие-то вот давно, до того, задолго до того. Но не совсем все было так. Меня это немного смутило, вот как бы, думаю, ну ладно. И потом это было слово, я принимал от Бога, я так думал, вот это да, здорово. И все, я обед себе снял сразу. После служения пообедал, там все, значит, и вообще классно. А на другой день прихожу на конференцию, уже как бы повеселевший, и ко мне подходит лидер служения переводчиков. Там есть такой, там, товарищ, там, после переводчиков, там свой лидер есть. Вот, и он говорит, отец Сергий, говорит, так, так, да. Хочу извиниться, вчера переводчик переводил, но не все он правильно перевел, когда, значит, оказывается, вот то, что он переводил. Говорю, а как правильно перевести? Вот, я не перевел правильно, я там чуть не упал. Как раз именно вот так вот, как он сказал, именно вот так вот только я знал. Даже жене не говорил, никому не говорил о этих вещах. Знал только я. И для меня это было подтверждением, что это точно от Бога было. Еще одним подтверждением, как то было убедительно, а это еще больше убедительно. Вот на второй день еще больше для меня было. Я уже, знаете, у меня аж, как говорится, шерсть была просто вот, от такого восторга, что я понимаю, что это Бог, вот реально Бог. Со мной вчера вот так вот через этого черного проповедника говорил. Вот это да. И все, я вообще повеселил, конечно. Слава Богу, хорошо стало. Вот. Вот. И, но насчет там, радикализма, да. Видимо, Бог иногда очень сильно вот так вот почитает радикально, когда вот так подходят люди. Вот. Но больше от них Бог никогда, в принципе, нет. Да и это не просто там в двух товарах, это было просто от избытка сердца, что все, у меня что-то вот так вот просто распирало. Я просто не мог бы, просто не мог бы все. Поэтому. Но я был благодарен, что тогда в 97-м услышал, это как раз было в 10-м. Вот. Я знал четко, что это от Бога, и знал, что будет дальше. Так что, друзья, благословляемся в вас, вот, во имя Господне. И самое главное, радикализм, который Бога привлекает, да, я знаю точно, это искренность. С искренними он поступает искренно, с лукавым и лукавством написано. Поэтому самый такой радикализм – это искренность. Даже если вот тот, там, тот, тот низик, тот самурай, врачный, он там пока молится своим, я верю, Бог все равно отвечает. Даже если
человек и не так научен, и не тому молится, и не то делает. Если он искренне, тем более так радикально подошел к дому, Бог мимо это не пройдет. Для него это, я думаю, молитва того самурая была, на мой взгляд, даже может и приятнее, чем молитва тысяч христиан, лицемерно, молитва. Потому что пусть он даже там ничего не понимал, по-своему все это, там, у него там все эти вот идолы там, что-то еще там. Вот. Но, значит, слава Богу, что Бог не проходит мимо искренних сердец. Это как Израиль в книге про Россию говорится, что они там молились там идолам, там молились, но в те времена, к сожалению, молились истуканам, значит, и Бог говорит, значит, что через Россию я спасал их, говорит, а они, может, говорили на меня. То есть там, и там объяснение такое, что вот они молились истуканам, молились идолам, богам, значит, там, да, значит, но Бог спасал, Бог отвечал. Но люди, к сожалению, дальше поступали очень неправильно. Они славу приписывали этим богам, славу приписывали этим идолам уже. Вот. А должно быть именно другое разумение, что всякое даяние благое и дар совершенный свыше сходит от Отца Света. Вот когда вот это понимание есть, тогда все хорошо, тогда вы действительно порядочно, честно, пред Богом. Слава Богу. Благословение Господне всем вам, дорогие друзья. Спасибо, Боже всемогущий, спасибо, Господь, за это собрание сегодняшнее. Спасибо за жизнь, спасибо, Боже, благодать Твоя, спас пешествует нам, Боже, и пусть наши сердца всегда будут открыты перед Тобою, в поиске Твоей воли, Господь Божий, и пусть каждый из нас будет счастлив с Тобой, Господь, и в Тебе. Во имя Иисуса Христа, Боже, благослови Господь. Аминь. Аминь. Может, также сидел, не старается ли, с моим еще близко. Боже, беги, беги.
Это детский хор поет вообще, мне так понравилось вообще, очень красиво. Вот, и когда с бандурами этими, так вот они так красиво звучат, эти бандуры, там был как оркестр целый, этих бандуристов, они сидели, очень красиво, мне так понравилось, это, вот сила в этом огромная, я думаю, что Бог даст, ну, и свое служение, вот именно вот храм, что тоже были у нас там бандуры, почему бы нет, они же такие красивые, и там музыкальный звук такой красивый, и они так, ну, нежно так вписываются очень хорошо в любое служение практически. Вот и Бог там благословит. А никто на бандуре не играет с этим? Не пробовали, нет? Ну, уже. А? А балалайка же. Огромная. Ну, балалайка это не струна. А там много струн, да? Это вообще, это другая, ну, нет, в принципе, это струны, да, наверное. Это похоже на то, что в Израиле десятиструнный колышек, и был псалтирион, вот берите называли, псалтирион. Вот то, что псалмы, вы говорите, да, вот в храме играли на псалтирионе, это наподобие бандуры. Тоже множество струн, там их там добрые сотни, короче. И, значит, и вот их перебирали так. А были как были гусли, но это отдельный разговор за гусли. Значит, были вот эти вот арфы, там, когда тоже большая такая штука, значит, тоже, значит, со множеством струн, тоже в храме Иерусалима, тоже там славили Бога. Есть сайт англоязычный, там, значит, храма, Иерусалимского храма. И, пожалуйста, там эти все реконструкции, вот, ну, там по крупицам люди, там сотни ученых занимались этим всем и занимаются до сих пор. Реконструкции, как во времена храма выглядели, допустим, там, облачение священников, там, что у них там было, что, значит, как они ходили, ну, все-все-все. Для мелочей находят там какие-то там археологи, какие-то там, ну, ничтожные, казалось бы, детали, они тут же, опа, это берут на вооружение, и все это себе туда в институт, вот, отвечают. И все выставляют в интернете. Слава Богу, значит, вот я там тоже эти музыкальные инструменты посмотрел, вообще такая красота. Вот, думаю, это все ж так и звучало, все ж там, есть музыканты израильские, которые вот, ну, опытно на этих инструментах осваивают, как вот звучание храма было, слава Богу. Вот, а в Словакии вот эта вот православная синагога, православная синагога, думаю, здорово, вот по такому образцу, надо, вот что-то там, на подобном образце. Я Глебу рассказал, Спивакову, вот там, на Гарасенаме как раз, ему понравилась идея, чтобы было действительно такое, ну, такое храмовое, синагогальное такое, мечетное такое, что такое, вот, как он сказал, это вот получится храм на арабических религиях, это, да, но Христос Кришна, чтобы было, чтобы было внимание на Иисуса. Вот, не просто там смешать кучу наших ваших, как бы, да, но не просто венегрет какой-то, да. А вот будет все, говорю, по совести, смотрите, говорю, в пятницу, говорю, намаз объявляем. Я рассказал пастору Эльдару Мирзоеву, он азербайджанец, он сам мусульманин, запрещен, все, от национальной семьи, он вообще загорелся просто до сих пор. Горит, слава Богу, брат. Вот, вчера он не смог, к сожалению, вот, ну, там, 1 сентября, да, с детем был. Вот, значит, там, в школе, вот, и, ну, надеюсь, получится все. И